Привет, зритель. Решила я себя порадовать. Ну и девушка я, что ли? Если никто ничего не дарит, почему бы самой себе что-то не заказать? Ждала я курьера немножко попозже, но он случился внезапно сегодня. Не, конечно, можно было бы сделать АСМР, но так как я саму себя радую, в первую очередь, то это не АСМР. Пакетик, там с другой стороны мой адрес. Тут даже, блин, мое имя написано и как бы область. Ну, курьером, в принципе, что? Обалденный красивый пакетик. Чё это? Если ты еще не понял, а к тебе это оно было, между прочим, лицом, а ко мне еще не успело лицом идти. Ботаника, я вообще-то ботавика. Я сейчас использую пенку от ботавика. О! Бумажный пакетик. Бумажным пакетиком можно пошуршать потом. Вот уж пасты, наверное. Прохладненькое такое. Все. Я потом вблизи тебе покажу. Я пока просто на столик ставлю, потому что у меня тут столик внизу. Все, больше ничего. Пакетик можно обратно заклеить. Может, он еще пригодится. Вообще, у меня тут фоном, может быть, отсвечивает. Это мой каминчик. Наверное, сюда вот и положу его. Что-то есть у бегемота. Натуральный балансирующий шампунь для всех типов волос. Профилактика перхоти. У меня сейчас есть шампунь, ну, который 2 в 1 для тела и волос. Но у меня немножко волосы от него подустали. Он уже подзаканчивается. Я хочу шампунь. И теперь у меня есть шампунь. Плюс я хотела попробовать какой-нибудь новый шампунь. Шампунь от Ботавикос, например. Натуральный балансирующий бальзам. Для гладкости и блеска, и для всех типов волос. И дальше гель для душа. Вообще, это все одной серии, он тут зелененькое такое. Ароматерапия для тела, боди-энергия. Ну, короче, ароматерапия тут для... Ароматерапия-энергия, а тут ароматерапия для тела. Кстати, если вы вдруг не в курсе, что такое ботаника или ботавикос... У ботаники я раньше покупала эфирные масла, очень мне нравились. Ну и потом я внезапно узнала, что ботаника не только эфирные масла делает, но еще и у нее есть линейка косметики Ботавикос. Точнее, по-моему, Ботавикос, ну как Ботавикос клуб, вот тут есть написано, после вскрытия 12 месяцев. Но вот на Арике оно идет как ботаника или как Ботавикос, и то и другое. Так вот, косметика ботаника... то бишь Ботавикос, не тестируется на животных, подходит веганам. И еще на 90, вот именно вот этот гель для душа, на 98,6% ингредиенты натурального происхождения. Тонизирующий ароматерапевтический гель для душа энергия создает легкую пену, обеспечивает эффективное очищение, не нарушая pH-баланс кожи и придает свежесть на целый день благодаря комплексу природных компонентов в составе масла авокадо, источник жирных кислот и витаминно-минерального комплекса, увлажняет эпидермис, способствует созданию защитного барьера и от отрицательного воздействия окружающей среды, дарит мягкость и бархатистость кожи. Сейчас понюхаем. Так. Вот так. Что-то такое прикольное, ну, свеженькое. Плюс удобный дозатор. Мне вообще вот такие дозаторы нравятся очень. Больше, чем вот открываешь крышечку флип-топ. И вот так удобнее. Я потом своим мнением отдельным роликом поделюсь. Возможно, шортсами на каждое средство. Возможно, полноценным видео. Ну, еще, возможно, на Арик оставлю отзыв. Экстракт зверобоя, пантенол, сок алоэ и цинк. Это у нас на шампуньке. Масло авокадо.
Экстракт зверобоя, пантенол, протеины пшеницы, натуральный липидный комплекс. Это у нас на бальзамчике. Мятно-камфорная. Да, вот как раз чем-то таким от гелика и пахло. Мятка и вот чем-то таким камфорой. Немножко даже напоминает, вот как Кайла Дживан, только плюс еще мята. А тут у нас чисто масло авокадо и мятно-камфорный аромат. Столик пониже, я повыше. Но я вот в руке это все покажу. Классные вещи. Мне вот вообще нравится косметика от этой фирмы. Если вы чем-то пользовались, или, допустим, такой серией, или чем-то иным, или какой-то другой серией для волос и тела, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Я вам поставлю сердечко. Если хотите поддержать канал, допустим, чтобы я записала СМР или еще что-то, тут где-то будет облако с «Поддержи Ольку». Или просто хотите сказать спасибо в денежном эквиваленте. Опять же, облако «Поддержи Ольку». Ссылочка в инфобоксе на типа того, что «Поддержи Ольку». Можете подписаться на Boosty, там на Мудбанке, либо СМР. Можете что-то мне просто прислать. Да, востребование есть, адрес в инфобоксе, либо на ближайшую базу выдачи. Это в моем бывшем районе жития Озона или Вайтбрис, ну или как-то еще. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего, отличного настроения. Пусть у вас будет все окей. И всем пока!